Добрый день, в эфире программа Парадокс. С вами Идущий Степан Демура. Телефон студии. Никак не могу запомнить. Сейчас скажу. О! 651099.6, код города 495, звоните. Задайте вопросы. Ну, сегодня хотелось бы передачу э, переименовать один раз. Не парадокс, а театр абсурда, поскольку мы будем обсуждать светскую тусовку. А все эти перестановки в правительство, наезд на Якунина и... Конечно, форум можно еще и останется время обсудим пенсионный калькулятор, который нам предложила Минтруда. Ну, в гостях у нас Виталий Лебин, главный редактор журнала Русский Репортер. Добрый день, Виталий. Спасибо, что пришли. И Иван Преображенский, редактор отдела политика ИА Росбалт. Добрый, Добрый день. Росбалт это Питер, да? Скоричен. Ну, в данном случае Москва, в принципе, Москва и Питер. Понятно, то там, да, экономический форум был, там такие интересные подробности. Где же словать. еще должны быть питерские, как не в Москве? <свят> <свят> да, да, из Питера к нам два раза приходило несчастье в последние сто лет. Ну, <свят> скажем так, <свят> славный город. Но если серьезно, ну вот с да, чего бы даже начать -то обсуждать -то светскую тусовку, ну, во, наезд на Якунина, да, так здорово было сделано, и многие поверили, а потом Якунин бил себя в грудь и говорил, что это наезд на всю страну. Подставили всю страну. Вот кто же такой мерзавец, кто мог подставить Якунина и всю страну, как вы думаете? И зачем? — Ох, сложный ответ на вопрос. Я думаю, что нет, лучше всего на него бы ответили Дмитрий Анатольевич с Владимиром Вадимовичем, которые точно знают. — Но подпис... они не фазанчика подпис... кушали. — Нет, один был в Иркутской области, как известно, в этот момент. Я так понимаю, что вот они бы могли точно сказать, подписывался документ в итоге или не подписывался. А, — То есть а, существует вероятность того, что сначала его подписали, это был действительно оригинал. Потом, откушавший фазанчика или кому-нибудь там перепилушку, перепила ел. Нет, они, по-моему, глухаря. А глухаря. глухаря да. Владимир Владимирович изменил свое мнение и все отработали назад. Ну, я так понимаю, что не Владимир Владимирович. То есть это был приказ по... <coughs> Если этот документ существовал, то подписывал его Дмитрий Анатольевич. Ага. А если он не существовал, то его придумали, конечно, какие-то хорошие люди, нет, удачно его распространив. Но, в принципе, большой проблемы это действительно сегодня не представляет. И тот факт, что все агентства основные, официальные, так радостно это опубликовали, нет, и мало того, многие политологи успели так же радостно прокомментировать, ну, да. нет, он, собственно, заставляет говорить не о том, было или не было, была или не была эта отставка вообще реальностью, а вопрос в том, что у нас все отставки и назначения никакого отношения к реальности не, не имеют. имеют. Вот Согласен. это самый главный вопрос. Ну, то есть получается, что такое могло быть, да, вот такой сценарий. Сначала его убрали, а потом. А зачем вот его убирать? Вопрос. Ну, вопрос сложный. В принципе, смотрите, есть несколько вариантов логики. Первое не убирали до этого его и многих других, скажем так, инфраструктурных королей, потому что готовились к Сочинской олимпиаде, могли в какой-то момент убедиться, что дальше не убирать нельзя, потому что, даже при всех обещаниях и так далее, о том, что все будет подготовлено, ничего не подготовлено. Есть такой вариант? Возможен, Возможно, в принципе. Второй вариант какой-то внутриэлитный, о чем много писали конфликт попытка разменять, скажем, Якунина на Дворковича или там как-то еще разменяться таким же образом. То есть Дмитрий Анатольевич сдает последнего своего человека, однозначно своего в правительстве, в обмен на это нет, ему там или каким-то образом его нет, окружению отдает сырое РЖД, нет, неприходящий источник финансов в, в России. Нет. Ну почему? Они же отдали всем своим грузоперевозки самый лакомый кусок. Что там в РЖД-то осталось? Ну, по большому счету, конечно, да. Хотя, с другой стороны, я думаю, что осталось вполне достаточно, судя по тому, как РЖД живет. Это как на широкую ногу оно расходуется. Ну, у средства. них там сейчас сокращение в РЖД. Профсоюзы недовольны. Это уже другой вопрос. Нет, это уже другой вопрос. Нет, у нас всегда эффективность повышается за счет сокращения персонала исключительно. Эффективность, я имею в виду, расходование средств. Ну, правильно, роботизация промышленности, инновации внедряются. Да, Нет. 25 миллионов рабочих мест вместо всех имеющихся в стране. Нет. Зато эффективные. Нет. Поэтому, в общем, а в принципе, есть, конечно, вариант просто какого-то некого совершенно неожиданного конфликта, потому что самый главный вопрос: что все отставки и все назначения происходят абсолютно без немотивированно последние у нас месяцы, если не сказать годы. Поэтому не знаю, наступил. Нет, господин Якунин Владимир Владимирович Путину на ногу в какой-то момент. Нет. Тот выхватил телефон, позвонил Дмитрию Анатольевичу в Иркутскую область, а перезвонить снова из-за плохой связи сразу не получилось. Это, конечно, скорее шуточный вариант, но тоже не исключенный в нашей действительности, к сожалению. Да. Виталий, а вы как считаете? У вас есть какие-нибудь теории по этому поводу? Ну... У нас сегодня такой веселый эфир. Понятно, что я что смогу поддержать веселость, потому что не очень понимаю, как можно обсуждать фантазии и театр абсурда, собственно. А я... по-другому нельзя, может, сойти и с ума. Не знаю. А вот так как вы можно, да? Вот, типа. Я могу. Так, может быть, так, может быть, я так. Ну, а как еще? Ну, пошутить или рассказать? Не, расскажите свою версию просто. Если вас, как бы, вы можете обнаружить совершенно ясно, без всякого театра абсурда и там фантазии, что у нас там есть политика, и что правительство не кажется таким слабым, как оно казалось нам даже еще совсем недавно. Оно а ну не слабо, отнюдь. Это... Да, и что, если верна версия о том, что наставка какую-нибудь планировалась, то, очевидно, выгодно правительству Медведева, а также бизнесменам, связано с правительством. Потому что в РЖД, конечно же, есть определенный сорт накопившихся конфликтов, в том числе вокруг не недореструктуризированного, недоприватизированного локомотивного хозяйства, других хозяйств недореформенных, недор 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 да, все еще в большой структуре, и многие бизнесмены, в принципе, в том числе известные пофамильно, хотели бы, как бы поучаствовать в этом бизнесе. С другой стороны, он там далеко сидит и явно путинский, да, давно сидит, явно путинский человек. В, есть содержательный вопрос для страны, надо ли, чтобы там, а, там локомотивное хозяйство, например, бы, было реформировано. Ну, может быть, и неплохо, но с другой стороны, я не уверен, что я, я бы так уж на открытых выборах голосовал о том, чтобы а, бизнесмен, близкий к Дворковичу, а, а, из-за его интересов, мы бы сейчас бы реформировали РАО ЕС, а не потому, что это требуется государству. Но заметьте, что если если это так и эта спецоперация почти удалась, то то сопротивление накопление сил вокруг правительства и близких к нему, к нему бизнеса большое, несмотря на то, что кажется, что Дмитрий Анатольевич э, слабый, слабый персонаж, там оттуда а давно ничего внятного не исходит. И тем не менее возникает вопрос: откуда там такая силища? Вот это вот интересно. Ну откуда там такое силища? Mm. И если она там? судя по всему, есть. Судя по последней пересновке в правительстве, все-таки то, что министр экономики Белоуса перешел в администрацию президента, это скорее означает, что там в правительстве произошла аккумуляция своих, а не, а не... бедный Дмитрий Анатольевич, как утверждает коллега. Ну, ну, с другой стороны, извините, что вас перебиваю, вот тоже от политологов слышал версию о том, что на самом деле все готовится под кудрин это все люди кудрина приходят в правительство ну, да, на Но... а кудрин тот чей медведевский или путинский а, или см... он просто смотрящий а, смотрите кудрин да, его фигура он конечно большой друг и знакомый путин известно что что именно есть такая легенда старая кремлевская что переехав из питера в москву путин ночевал именно у кудрина но а, Кудрин олицетворяет в нашей политике сейчас а, линию, которая связана с, рефор с а, так называемыми либералами, реформаторами той эпохи. То есть людьми, которые вошли в, в нашу политику и там остаются в тот момент, когда происходили реформы 90-х. Это и эта вот группа людей довольно сильная. А, да, у Кудрина есть непростые отношения с Дмитрием Анатольевичем, но, но в целом, если посмотреть на организовавшуюся правительственную группу, то она, условно говоря, либеральная, особенно после последних Последних э, перестановок то, что Улюкаев стал министром э, экономического развития, очевидно, это стопроцентно ну, либерально кудрицкий человек. Э, очевидно, не, э, не сторонник никаких. Э, Ничего такого, о чем любит говорить Владимир Путин в жанре новой индустриализации, а сторонник всего такого, о чем любит говорить, любили говорить реформаторы в жанре ну, и что написано в программе 2020, /20, 20 /20, да? Что в написано в на программе 2020. /20. И это, в принципе, интересный расклад. Казалось бы, после того, как у нас прошли протесты, с которым успели проассоциироваться эти самые элиты из 90-х, да, реформаторы, после того, как эти протесты погибли, после того, как, казалось бы, восторжествовала линия э, там, силовиков во власти, или да, людей нацелены на такое, если не, не на неосталинское, да, но, ну, по крайней мере, на какое-то какое другое, э, как бы, индустриальный рывок, э, оказалось, что не ничего, ничего похожего, что споко спокойно они э, э, восторжествовали, по крайней мере, на этом эпизоде истории. Нет, ну может просто все все немножко усложняют. Ну, есть Путин, менеджер да, корпорации, как ее назвал Дерипаска, по утилизации России. Ну, внутри этой корпорации в совете директоров возникают некоторые терки, еще что-то. Не более того. Ну, смотрите, это, это, же эти терки же у вас. Да. Я, я тогда потом продолжу. Хорошо. Извините, что у вас uh -huh. перерываю, просто uh -huh. мы сейчас должны будем uh -huh. уходить на новостной перерыв. Uh -huh. Я чуть-чуть рано оборвал Виталия. Вот начали тикать часы, и теперь мы уходим на новости. Добрый день, это снова программа «Парадокс». У нас в гостях Виталий Лебин, главный редактор журнала «Русский репортер». И Иван Преображенский, редактор отдела политики ИА «Росбалт». Информационное агентство «Росбалт». Вот Виталий внес нотку серьезности в мое хорошее настроение и шутливую, шутливую манеру подходить ко всему этому. Я просто Виталию вот хочу сказать, что Виталий, ну замечательно, вот еще раз все это, конечно, очень важно, кто там либералы бьются с кем-то, но нам что от этого? Mm -hmm. Все это может существовать и существует вся эта возня, пока цены на нефть высокие. От нас они никак не зависят. Ну, это зависит от того, чего вы хотите. Ну, Что я, я хочу спокойно ходить по улицам, чтобы меня не стреляли, чтобы у детей было, был хороший детский сад, хорошая школа. Я даже согласен за это платить налоги. Нет, ну а сейчас вы вообще сказали, а также мы присутствуем видим, ну, в ситуации, где мы шутим. И вот сейчас, когда мы шутим. То, что я сказал, это шутка, да? И вот сейчас, когда мы шутим, что вы от этого хотите? Потому что пошутить есть много над чем. Есть, как бы у них смешные животы, странный рост, они разводятся, женятся. Есть Пока разводятся. И иногда и женится, но в путинском окружении многие большинство уже поженились по, по, по второму а то и третьему разу. А вот поэтому цветка тусовка я не отслеживаю. А а ну как? Это об этом же и можно шутить. А вы вы рассказываете про про, про то, что там большие правительственные перестановки и как бы, которые действительно могут повлиять на, на нашу на нашу жизнь. Как? Вот смотрите. Вот почему ну, почему я такой скептик? Угу. Смотрите, значит, где произошли перестановки? В центробанке, да? Но это равносильно тому, что в обменнике поменяли операционистку. Почему? А центробанк у нас обменный пункт. Currency board. Все. Значит, у Он... нас, во-первых, там меняется, будет меняться функция, во-вторых, со сменой человека может измениться политика. Почему нет? А, политика Центробанка на нашу экономику повлиять не может в принципе. Почему это? Вот ну, это потому самое. что у него нет инструментов повлиять на нашу экономику. Как это нет? А, еще, еще поменялся руководитель ведомстве, который занимается переводом с английского на русский учебников для MBA по экономике. И все. И я должен вот. А как это, к этому еще относиться? Слушайте, вы. Вот когда а, Касьянов а... уходил, кстати, он очень хороший по поводу мэра сказал очень хорошую фразу, что это сам бесполезное министерство, потому что все его рекомендации бесполезны. Ну, это было его рефлексия по поводу есть, своих неудач. А, то есть а мэр, это мэр, он думал, что будет не удача, а потом... А то есть мэр это полезное министерство, прогнозы которого всегда сбываются с наоборот, да? И от него что-то зависит. Оно делает не прогнозы, а законодательство. Между прочим, за вы, вы всерьез сейчас обсуждаете или нет? Абсолютно. В... Вот а, на... на система, администрация... Да, да, и что? И всегда становится все хуже смысле хуже ну хуже Сейчас. смотрите Ре ребят как, какое хуже у нас у нас только значит в 2008 году закончился восьмилетний табурного экономического роста что Мы, значит все время хуже? А, он не закончился он сложился кудриномика сложилась как карточный домик вы можете шутить про это не шутить но а просто шутить но, но Нельзя же не, не, не обсуждать какие-то мифические факты, что значит ни на что не влияет. А на что? Ну хорошо, давайте центробанк начнем. На, да, что, да. на что у нас в экономике может повлиять центробанк? На ваш А взгляд? вы помните, как, как а, убили Козлова? Ну, убили Козлова да Знаете, за что? За что? За, за то, что. И Игнатьев это продолжал. За, за то, что происходила огромная деятельность по удалению из э, финансовой системы криминальных финансовых институтов. А, а вы знаете, зачем эта деятельность проводилась? Чтобы контролировать потоки, не более чем. Сейчас. Ребята, вам этим заниматься нельзя, а нам можно. Вы, наверное, занимаетесь каким-то другим анализом, чем я. Вы, наверное, знаете, Но, да, что... я по... финансовым анализом занимаюсь. Нет, вы сейчас психологическим анализом занимаетесь, потому что вам, вам известны мотивы людей. А они не обс... примитивные люди. В смысле? Мотивы. И потом, в том, том числе и вы. Да, конечно. А тогда как, зачем вы это обсуждаете? Ну, просто не все, наверное, понимают. Раз вы подняли тему... Слушай, вы хотите продемонстрировать, собственно, примитивность, для того, чтобы да. все поняли примитивность Путина. Да. А если, а если а перед вами окажется не такой примитивный человек, что вы будете делать? А, что значит не примитивный? Так я пока не встречал. В смысле? Я а, вот по, по вашей логике, я главный редактор русского репортера, должен возглавлять русский репортер для того, чтобы, не знаю, тешить самое свое самолюбие, за, за, за зашибать какое-то невероятное бабло, всех обманывать. Об, об, ну, на да, самом особ, деле, особо сильным образом. Ну, на самом деле нам. а вот, мне нравится моя работа, я Делаю хорошо нам что? на самом деле вы подняли, кстати, очень интересную тему и это нам очень хорошо объяснил товарищ Греф зачем нужны э, аналитики, зачем нужны, нужны экспертные сообщества и все остальное. не помните? Помните, он тоже на экономическом что ли форуме был в Петербурге в прошлом году Греф там его 4 минуты угу. несло. он же все прекрасно объяснил. их всех все несет. Ну, он говорил такие вещи, которые, ну, не стоит говорить, да, зачем нужны экспертное сообщество, средства массовой информации и тому подобное. Ну да, ну, как бы... Uh... Он сказал, в принципе, очевидные вещи, но просто их не принято говорить вслух. Могут услышать э, масса населения, может услышать я и щас, поверить. Я, я сейчас к, к чему это говорю, что анализируя психологически, то есть при, приписывая простые инстинкты людям, в том числе находящимся, например, на должности руководителя Центробанка или там не знаю директора детского сада или или президента Соединенных Штатов, не дай бог. А, значит, в, вы тем самым лишаете себя способа думать о, об истории и вещах, которые в реальности происходят в стране. Потому что если а... все объясняется глупостью участников, Нет, то не тебе не о чем Нет, отнюдь не глупостью. Все объясняется, понимаете, ли... что управляет миром. Две вещи. Деньги и религия. С религией у нас все в порядке, значит, деньги на чем живет... А Центробанк ничего не значит, если миром управлять деньги. Вот интересно. Наш... Он, он вообще-то имитирует деньги. <свят> а, вообще-то он их не имитирует, а деньги имитирует ФРС, а наш Центробанк выполняет роль currency board, то есть обменного пункта, не более чем. А, а, я, я эту метафору принимаю, но в принципе <свят> в его полномочиях имитировать деньги. И более того... У он... него нет таких полномочий, понимаете, если вы почитаете закон о Центральном банке, таких полномочий имитировать деньги нет. Сейчас. Именно поэтому, именно поэтому, когда предприятиям и экономическим агентам в нашей стране в 2008-2009 году нужна была ликвидность, центробанк эту ликвидность не предоставлял, а убирал. Потому что это... поток нефти долларов резко снизился. Это, это, техни... не, технич... это технически, это тех, тех... суть вопроса. Нет. Смотрите, если посмотрите на денежные предложение по отношению к ВВП на протяжении последних 10 лет или на любой другой такой график, то он почему-то меняется, это денежное предложение. Правильно, месяц цены на нефть нет не, да. только, не только да но я бы не сказал все таки нет. я с вами тоже не соглашусь что исключительно вместе с ценами на нефть с учетом того что сейчас цены на нефть как минимум стабилизировались а в принципе слегка и снизились а Количество наличности, скажем так, производимой Центробанком, у нас растет. А, и правильно, скорее потому, всего что будет он, расти, потому что. Он ситуация... стал сейчас. Он, они немножко изменили политику, ну, они видите, стали кредитовать. Чуть-чуть значит, чуть -чуть. Нет, значит, а, значит, они в состоянии менять политику. Нет. Ну, и в кризис, конечно, не сильно. Ну, есть, не нет. Нет. А нет. с учетом приближающегося кризиса меняться роль будет еще сильнее. Так, и... вот здесь вы не правы, никакого кризиса не будет нам, так сказали, наши монетарные власти новый глава МЭК что, сказал, что... что, что... Россия — это тихая гавань. Мы это слышали уже пять лет назад. И девальвации не будет. Нет, безусловно. Сейчас, безусловно. Про, про про девальвацию девальвацию. Это, вот, вот про девальвацию как раз сюжет в вашем духе, юмористически. Mm -hmm. Ну, потому что... Ну, а если нам сказать, что-нибудь, значит, будет. Репетицию девальвации у нас вызвал, как известно, министр финансов. Ой. Вот вы, это, вот не, это... Неужели вы думаете, что заявление какого-то министра финансов может развернуть финансовые потоки в страну и из страны? Конечно, иначе зачем а вы не наблюдали? Когда... А вы не наблюдали, что происходило в это время на иностранных рынках, на, на, на рынках э, джанка, то есть высокодоходных облигаций в это время? Они уже падали неделю. Сейчас курс рубля падает. в вашем стиле, я говорю, в курс рубля зависит исключительно от цены нефти. <связь> Пря... вот а прямая нет, корреляция. Нет, нет, курс рубля зависит от действий ФРС. Ну, понимаете, не надо путать. И цены на нефть и курс рубля, они зависят от одного международного агента, ФРС. Косвенным образом. А прямая корреляция между ценами нет. на нефть и курс рубля? Ее нет. Как это не парадоксально, ее нет. Ну, Прямой корреляция. Нет. Я прошу прощения, коллеги, я опять встряну, но на мой взгляд, если и можно согласиться с тем, что в принципе можно... По поводу ФРС утверждением, то это в долгосрочной перспективе. Но курс рубля на месяц на два вполне в состоянии определять Центробанк Согласен, согласен. Но большие движения рубля они от нашего центробанка и от нашего правительства не зависят. Вот Микродевальвация, которая произошла, она вполне могла. И, в общем, и произошла в результате поведения Министерства финансов, которое, собственно, за это и оправдывалось. Это вам так скажут. А, в это который, время... Который а, да, никак... Никак... Смотрите, Нет. смотрите, очень просто все. Когда... Заявление Минфина, но действия Центробанка, потому что скорректировать эту микроинфляцию ну, в течение нескольких часов для Центробанка проблема не в принципе, представляет. Он мог. он мог это сделать, но а, в это же время, мягко говоря, обрушался рынок российских облигаций, как корпоративных, так и федеральных. Это было связано с начавшимся обрушением рынка высокодоходного долга на международной арене. Если вы заметили, у нас все недоумевали, почему же рынок облигаций у нас так сильно рос, а РТС, пардон, в одном месте. Ну, а потому что оказалось, уже три года оказывается, что в последнее время инвестиционная фишка это облигации высокодоходные. И поэтому у нас все деньги шли не на рынок, акции на рынок облигаций. И началось обрушение этого рынка. А поскольку люди покупали наши облигации, взяв доллары там, да, под процент 2 годовых, когда вы берете доллары там, потом вы покупаете рубль и покупаете, скажем, ОФЗ с доходностью 8%. Работайте с 20 плечом, живете как король. Я а когда вам нужно уходить, вы продаете облигации, продаете рубль, покупаете доллары, возвращаете его там, где взяли. Слушай, я понял ваше мировоззрение, наконец. Да мне дошло. Да. А в чем а раз, вы, вы человек, который убежден что в, в том, что на все существует естественный процесс. Конечно, и люди на, ни на что не влияют. И поэтому люди Нет. для вас клоуны. Да. Я, ну, я, я понял ваше мировоззрение. Так, так можно рассуждать. Но не верно. У, у меня другое. Это же прекрасно, когда у людей разные мировоззрение, И мы еще здесь, и ни один из нас не сидит. Это же замечательно. Демократия называется. Ну да. Взаимопонимание. Вза -за -за да. я, 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 я готов рассуждать ва вашей ваши логике тоже. Но, но, в принципе, был бы не против, если вы поняли мою. Нет, я вашу логику понял. Просто. В этом есть прелесть. Ну, у нас есть телефон-звонок. Александр Андреевич нас звонит, беспокоит. Да, беспокою. Вот как раз очень интересный вопрос по, по поводу мировоззрения. У меня тут удивительным образом оно изменилось. Я понял, что наше государство, даже собственной территории, никоим образом не распоряжается и ничего про эту территорию не знает. А ситуация такая. У меня умер родственник в Брянской области. Я, как наследник, получил этот клок земли. В частной собственности он находился, имел государственную регистрацию в кадастровом реестре. Ну и потом встал вопрос о том, что оно далеко и мне не надо, его продать. И тут с удивлением обнаружил, что при продаже этого клока земли, которая расположена э, в загрязненном районе, Хотя рядом какие-то сельскохозяйственные предприятия крупные работают. Так вот, получить я его был, был совершенно безболезненно. А вот когда начинаю продавать, то и становлюсь фигурантом статьи 220 Уголовного кодекса Российской Федерации. Поскольку земля загрязненная, это есть не что иное, как радиоактивный материал. А в соответствии с 220 статьей Уголовного кодекса, в любом виде радиоактивный материал, его передача горение или, или еще что-то с ним делание становится преступлением так что вот так ну, интересную ситуацию а это после Чернобыля да Чернобыль задел <laughs> он все задел вся центральная, центральный округ Федерации он весь задел да вот обсудим как он так получилось человека Добрый день, мы снова в эфире у нас в гостях Виталий Лейбин, главный редактор журнала «Русский репортер», и Иван Преображенский, редактор отдела политики информационного агентства «Росбалт». Э -э, обсуждаем мы перестановки в правительстве, ну и мое личное мировоззрение. Меня обвинили в материализме. Ну да, в общем, изучал все время диалектику. В крайнем позитивизме, я бы сказал. Я, кстати, был... Наш курс был последним, который сдавал госэкзамен по научному коммунизму. О, такой я старый. Ну ладно, перейдем к нашим баранам. Ну хорошо, с центральным банком разобрались. Давайте теперь разберемся с влиянием э, мэра на развитие страны. Угу. Ну, мэр был на самом деле таким большим активистом э, по втаскиванию России в ВТО. Втащили, прошел год, прослезились. Сейчас даже в верхах уже начинается такое брожение умов, насколько я понимаю. Может быть, это было неправильно сделано. А что вот для этих экономистов это было не очевидно, что нам в ВТО не нужно идти? И нам там нечего делать, в принципе. Я, я серьезно спрашиваю, приходят mm -hmm. гости. Я каждый раз, когда тема ВТО заходит, я говорю, назовите одну отрасль экономики, которая выиграла отступление ВТО. Не могут. Mm -hmm. Ну, говорили, что металлурги выиграют, да? Но наши металлурги так квоты не выбирают экспортные. Поэтому кто выиграл, зачем-то было вступать. В теории должны были мы с вами выиграть, как потребители. У, у, по, цены не снизились. Цены в этой стране не снизятся, потому что реального эффекта от ВТО, насколько я понимаю, в принципе, еще не наступило. А в чем он должен заключаться? Вот для нас. Для нас в снижении цен. За счет чего? За счет снятия тех барьеров, которые существуют. Барьеры, соответственно, никуда не делись. Нет, вступление в ВТО на них никак не повлияло. На, на таможенные барьеры практически не повлияло. На реальные барьеры, которые существуют, так сказать, в неправовой сфере нет не повлияло тем более я вообще в принципе удивляюсь тому что наш разговор вышел в какую-то номинальную скажем так сферу давайте перейдем в реальную потому что и разговоры о, об отставках и назначениях надо все-таки рассматривать каждую конкретную личность с точки зрения ее реального возможного влияния а не с точки зрения того что я обеспечивает эту должность давайте поговорим о ну, о ком вы хотите? Ну, вот есть или... Бело... Вот, есть, Давайте Белоусов. Белоусов. вот да. есть Белоусов. Белоусов ушел из правительства в Белый дом. Ой, из Белого в дома, Кремль. в смысле, в Кремль. Да, прошу прощения. А, Белоусов, нет, что, в общем, не является ни для кого секретом, фактически один из основных авторов а, того способа выхода из кризиса, который был выбран в 2008-2009 году. Нет. При этом он не занимал должность а, министра... Иван, Иван, а... А какой план был выхода из кризиса? Нет, план был выхода из кризиса простой, такой же, как на Западе по большому счету, да, то есть пересидеть, а, где вы... возможно залить деньгами, не снять социальные снять выплаты, социальные, не, да. снять не снять социальные да. выплаты, ну, не трогать чтобы, социальные чтобы не вызвать да, социального напряжения, Нет, сохранить максимальное количество рабочих мест вне зависимости от эффективности предприятий. Сохраняя эти предприятия и так далее. То есть законсервировать нет. на ну, некоторыми время экономики. Ввести некоторые дополнительные меры госрегулирования, я бы сказал так, в том числе. Нет. Человек ушел из правительства. Нет. Мы понимаем, что экономическая ситуация, судя по тому, что говорят пусть не министры, а сами, сами первые лица, в принципе, мягко говоря, и, кстати, что говорил сам Белоусов в последнее время, нет, мягко говоря, неоднозначно, нет, а грубо, Говоря, нас осенью вполне может ждать то же самое, что нас встретило в 2008 году. Соответственно, ну если делали... даже не, не осенью, но ну скоро, да, да, в ближайшем, в обозримом будущем. Нет, судя по эко... там по экономикам предприятий, насколько я себе представляю по России, где-то через два квартала нас mm -hmm. это ждет. Вот. соответственно, вывод простой: уходит человек нет, из правительства, который являлся автором. Нет, того плана. Соответственно, вывода в два, либо следующий выход, так сказать, из следующего кризиса, если он наступит, будет э, в реальности нет, заниматься этим Кремль. Нет, а правительство будет отодвинуто на задний план, в принципе, и никаких серьезных решений принимать не будет. Если будет там что-то озвучивать, то сугубо технические какие-то вещи. Либо второй вариант, гораздо более вероятный, я думаю, что больше похожий на правду, это выбор совершенно другого пути выхода из этого кризиса. И то, что уже начались у нас разговоры не о секвестре, конечно же, а о пересмотре ну, вот некоем... бюджета, да. Нет, это ровно к тому показатель. Это резкое снижение социальных выплат, Нет, это банкротство неэффективных предприятий. Нет, это то, идеологом чего прекрасно может стать господин Улюкаев, это то, что э, в рамках, как мы уже нет, тут обсуждали, своих э, спорных нет, противоречий может поддерживать при помощи кредитно-денежной политики Центробанк, нет, это тот вариант, который вполне устроит в принципе нынешнее правительство Дмитрия Анатольевича Медведева и для которого не потребуется на самом деле приход. Алексея Кудрина, по большому счету. Хотя, конечно, при нем, я думаю, политика экономии могла бы оказаться ну, еще смотрите, жестче. Смотрите, может быть, это даже и хорошо тогда получается, что он ушел. А ведь никаких изменений в экономике не произошло, ничего сделано не было. И все эти разговоры о том, что мы готовы к новому кризису, ну, это блеф, по большому счету. Да, законсервировали старую модель. Ну, протянули чуть-чуть. Цен на нефть могли. Сейчас я не очень понимаю, почему второй вариант является выходом. Вот я к этому... Нет, вот, вари... вот, вот, я, вот, я к этому шел. Я, я вполне согласен. Но я это делал э, политически корректно да. в этот оч раз. Очевидно, что речь идет о том, что они делают выбор. А является ли он реальным выходом из этой ситуации? Это уже вопрос совершенно другой. Нет, но То есть, понятно, что... Не они, по не, они не ищут третью модель, судя по этим перестановкам, но, а, смотрите, а делают а, выбор из а двух вот, уже известных. А может быть такая ситуация, например, что просто ведь... Когда начнется кризис, ну, нужно будет кинуть какую-то кость, да, назначить крайнего. Козла отпущения. Разве правительство Медведева не идеально подходит на это все? Ну, это, это оптимистический, да, оптимистический вариант прохождения. Кризиса. У нас еще есть Дума тоже. Вот два, два козла отпущения. Дума и правительство Медведева. Но это если кризис закончится через несколько месяцев. Нет, он... если успешно начавшись, можно будет назначить козла отпущения, можно будет пересидеть. назначить новое, новое правительство и снова пересидеть. — Но это при условии, что можно будет пересидеть кризис, как это было в 8-9 году. Ну, — Вот именно потому, что пересидели в 8-9 году, его нельзя будет пересидеть сейчас. — Ну вот, и, и опять же, тут я бы, я бы не упрощал в том смысле, что а, все-таки меры, которые делал Центробанк, были довольно энергичные. — Ну да, он поднимал ставки, я помню. — да. Ну, Центробанк... Если, смотрите, вот... Какое имеет отношение Центробанк к девальвации? Автор этой политики Игнатьев, конечно. Нет, просто смотрите, ну посмотрите хотя бы данные по операциям Центробанка на открытом рынке за последний год. И вот там практически не присутствовало. Сейчас я, я, криз, и... я кризис 8-9 года. А, ну как же. А, и, и, это, это первое, потому что ничего не делал. Все-таки были предприняты массированные меры по спасению ряда предприятий и банков. Потом, да, потом, за, счет, за счет бюджетных, да, то есть да, нашими да, да, денег да. были вытянуты заведомо убыточные и неэффективные предприятия. Как, например, Но, «Русал» да. или «Газпром». Ну, то есть мол, не нужно производить машины, алюминий, газ? А... <с нет, просто их нужно производить эффективно. Да, эффективно, понимаете. То есть если бы они обанкротились, то сразу было бы эффективно. А, слушайте, так можно было просто забрать Если бы они не обанкротились, нет. Как, сейчас это, они как это и произошло. Они, 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 они бы не остались банкротами. А сейчас это предприятие банкроты по факту до сих да. пор. Сейчас, В этом проблема. Э э ребятушки, вы хотите, чтобы там 200 тысяч народу из Автоваза, вместо того, чтобы сейчас производить довольно приличные автомобили, нормально себя чувствовать на рынке, с перспективами, Тогда бы вышли Вы, бы на улицу. Вы, прошу прощения, статистику по АвтоВАЗу за этот год знаете? Падение продаж. Нет, падение продаж, Но снижение какого, производства как... на 50%. С какого уровня АвтоВАЗ пр... остается самым большим производителем автомобилей в нашей стране? Ну, пока да, самая дешевая машина. Уже, уже есть по, почти по той же цене сборки, сборки в России. И, тем не менее, АвтоВАЗ удерживает лидерство. Но у него падают продажи, предприятие банкрот. Понимаете, у него было столько вкачано денег, что непонятно, куда они пошли. не приносило прибыли за всю постсоветскую Советскую историю. Абсолютно согласен. Сейчас, а, то есть, а, а Обаме вот тоже General Motors, как-то закрыть? А, как-то General Motors все-таки, у него были очень прибыльные периоды, а вот у АвтоВАЗа что-то не припоминаю прибыльные. И сейчас GM, кстати, очень прибыльная компания. Uh, сейчас. Uh. Потому что, нет, прошу прощения, опять-таки, реструктуризация Джем была проведена. Да? А автоваза нет. нет. Да, Как-то они... не была. Ребята, а там новые конвейеры, нов производственные нов нов цепочки были, новый, ну, нов новый совладелец это... вошел туда. И что? Вы считаете, что это реструктуризация? Может этого? Быть, они... а, а, что а что это такое? Изменение метода. Нет, где... Я прошу А какая такая реструктуризация Моторс? Motors? Я вспомнил про Набиулину. Набиулину вспомнил. Значит, Сейчас, набиулина... я, я, можно уточнить, вы всерьез хотели, хотели бы, чтобы тогда 200 тысяч человек вышли на улицу? Да. Просто, да? Да. Может да, быть, что-нибудь поменялось. И, и это спасение? Поменялось бы что-нибудь. Сейчас, а вы в какой стране живете? В России. А, в Российской Федерации, прошу прощения. В том смысле, что, что вам просто для такого типа эксперимента по, по, при, по выведению предприятий... Почему предприятия... По прибыли, Ну, пусть он производит хоть три машины, а не, а не 800 тысяч, да? Но что будет прибыльным маленьким предприятием. Нет, а, а что будет нет, делать нет. Все, все население Российской Федерации все равно? Ну, может быть, оно проснется так, тогда, и да, по-моему, он при... оно живет. Нет, Нет такая вещь, давайте мы помещение. не будем ставить знак да, равенства да. между населением давайте города про Набиулина, Тольятти и окружающими. Вот она заявила... Это тоже наше население. И населением всей Российской с... Федерации. Нет, ну это переход все, уже все, все. как... Break, да, Брейк, 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 По углам, <laughs> по углам, по <laughs> углам. Набиулина вот заявила, по-моему, опять могу ошибаться, слышал по радио в машине, что Центробанк будет таргетировать инфляцию. То есть Центробанк вообще-то, получается, отказывается от... Это, прав... по, это, это политика объявлена уже несколько... ничего такого а, объявлена, да? Конечно, И дав... они таргетировали. А, а давно, И успешно. Уже, в середине 2000-х годов... И успешно, да? Это же политика. Объявлена. А, таргетирование, это значит, что ты, ты следишь за целью. Это цель. Как говорил один персонаж, сразу видно, что вы не юрист. Нет, юридические рамки можно указать, но нельзя перейти. Хорошее понятие. Таргетирование вы следите за целью. Ну да. Это к вопросу о том, что ничего в политике ЦБ не изменится. Измениться не может. Не знаю, заявление очень консервативное, но я все-таки надеюсь на лучшее. А Белоусов, э, нет, прошу прощения, не Белоусов, а... Э, Игнатьев. Игнатьев э, заверил Путина, что он не допустит э, рецессии. А вот как он это сможет сделать? Улюкаев, нет, у, Улюкаев. Все, улюкаев, Улюкаев. У меня все смешалось с Доми Аблонским, да. называется. Что он не допустит рецессии. А у него есть, на ваш взгляд, инструменты для недопущения рецессии в России? Вообще, И что он может сделать? Ну тут я, я, я не знаю, как комментировать. Я вообще на стороне людей. Но в данном случае я не понимаю, как комментировать заявление Уликая, потому что они выглядят как такой человек, горячий бред. А, например, он, он заявил, что, что мы на грани перегрева. Так разве он был? Это, это и Силанов заявил. И а, на, на, на питерском да, фильме да, он, да, он, да. Да, он да. поддержал, что он сказал, сказал в частности, что мощности практически загружены на, на 100%. Практически полная занятость. Да. Практически полная занятость. Все в порядке, он заявил. Угу. Понимаете? Да. То есть, насколько я понял, он не собирается ничего делать. Зато он в интервью весь, весь 24 сказал, что надо, конечно, работать бизнесу с издержками. Понимаете? То есть. Неплохо бы там, вам, нам, сократить там, самое, фонд оплаты труда каким-то образом, да? угу. при том, что денег в экономике нету, кредитов нету. Ну и скорость обращения замедляется уже давно. Да? И, в общем, это, это удивительное заявление, сделанного министр экономики. Тут я не могу как-то настать на его сторону и с такую позицию понимания. Может, он что-то такое думает про себя умное, я, но я просто не могу это вычленить. Ну, по-моему, в принципе, оно было настолько противоречивое внутренне, нет, что пытаться извлечь из него какую-то, скажем так, сермяжную правду бессмысленно. Это был некий публичный отчет перед Владимиром Вадимовичем, на котором он сказал, что я в принципе готов делать все, что вы скажете. Хотите это, хотите это. Нет, надо останавливать рецессию, будем останавливать рецессию. Но, но до этого был, был же Питерский форум, на который было более развернутое скажем. Иван и Виталий, мы должны э, уйти на информационный перерыв. Снова в эфире программа «Парадокс». Мы с гостях Виталий Лебин, главный редактор журнала «Русский репортер» и Иван Преображенский, редактор отдела политики информационного агента «Росбалт». Рассуждаем мы о тусовки тусовке, всех тех назначениях. А самое главное, сейчас мы перейдем к самой интересной части. Какое же все это будет иметь последствия для простых граждан? Ну, сначала возьмем телефонные звонки, которые у нас есть. Добрый день, Дмитрий. Алло, добрый день, уважаемые везущие, уважаемые гости хорошие серьезные темы обсуждать. Вот, скажите, пожалуйста, относительно ВТО тоже вопрос. Вот очевидно, что вступление в ВТО в принципе убивает российского производителя конечных продуктов. Я как бы уточняю, не говорим сейчас о нефтяной сфере, там, о металлургии, о сырье, скажем так, убивает конечного потребителя. Но давно известен факт, что, грубо говоря, вы, наверняка, знаете уже такую по что мы продаем нефть, взамен получаем доллары, на эти доллары покупаем сникерс, его съедаем. То есть у нас ни нефти, ни сникерсов, ни денег, а деньги остаются, и нефть и прочее, все остается на Западе. Да. Скажите, пожалуйста, в этих, в этих условиях а, наше правительство, руководство работает в рамках а, заботы о своей стране как о субъекте мировой, политики мирового вот этого взаимодействия. Или уже идет долгосрочная перспектива об устранении государства и устранении какой-то общей мировой политики? Вот, вот ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Хороший Ответ. вопрос. Так, кто будет отвечать ну, первым? Мне кажется, на самом деле действительно эти, эти как бы, партии, по крайней мере на словах, борются как две альтернативы по этому пункту. А а, какие партии? Ну, так называемые либеральные, так называемые... А, партии. не партии, угу. группировки. Элитные, вот, элитные, да, элитные да, группировки. Да. Наверное. да. А, и, и действительно, но не, не факт, что там не перемешаны интересы да, в, 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 в обе эти стороны. Что касается а, если посмотреть на конкретно ВТО, то проблема же не вступления в организацию, а в тех условиях открытости, которые они несут. И, и понятно, что есть и другие способы защитить отечественного производителя. И. и... И в том числе и после кризиса и западные страны прибегали к разным способам ограждения защиты собственных рынков. И есть примеры, при которых у нас есть собственные рынки. Не, не, не так все карикатурно, как уважаемый слушатель сказал. Например, в, 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 за, с начала 2000-х годов у нас полностью импортозамещение произошло по некоторым видам мяса, например, курицы и свинины. Не совсем так. Материал, генетический материал курицы завозится сюда. Нет, имеется в виду это да. А, Но ну, сейчас не, не должно же все производиться на территории. Конечный продукт, произведен у нас. Да. да. А, а, есть относительно полууспешный опыт с локализацией производства автомобилей. Ну, как бы локализация еще очень маленькая, но все же, как бы ограждение рынка привело к тому, что пришли компании, которые частично локализуют рынки. Есть какое-то количество там больших строек, там, только за последнее время. Да, вот у нас там единственная большая, большая, почти законченная стройка. Значит, это вот Богучанская ГЭС, да, первая после, после Советского Союза. Но в целом то, что такое хотя бы первое начинает происходить, есть и у, у какого-нибудь какого Сибура огромное количество новых предприятий хи, в химической отрасли. Да? А, в общем, не, а, есть что-то. Но, но действительно в нашей политике а, как бы доминирует догма про, про некоторую, про то, что как-то нехорошо защищать собственный рынок. Это не по фри, это не по свободно — Это как бы не, не по свободно да. рыночному да. А, вот и, и почему да. Но, но, но тем не менее видимо обстоятельства вынуждают иногда это делать. <свят> так что у нас борются две политики. А вы Иван как считаете? Да я в принципе согласен. Единственное, я бы еще оговорился, что э, именно что что самое главное, что в принципе интересы этих групп пересекаются и периодически меняются. Они связаны с тем какие сектора отечественной экономики в данный момент контролирует та или другая группа. А это, в принципе, действительно, с учетом того, того уровня уровня государствования экономики, который произошел, это меняется очень легко. Вот пример смены Якунина. Да? Смена одного человека может перевести огромную государственную корпорацию из одного лагеря в другой практически автоматически. Но вот, но вот заметьте, если смотреть на РЖД, то тут же этого можно ругать, не ругать Якунь, видимо, это не, его было решение, но в конце 90-х, начало 2000-х был же грандиозный план реформы железных дорог. С полным там, ну, он очень похож на реформу РАОИС. Угу. Представляете, что, ну, то есть, как чтобы получилось. Чтобы получилось да. И в этом смысле это то, что некоторый консерватизм этого, это, этой штуки, Конечно же, в плюс, хотя в части. Лакомые кусочки-то вся ну, ушли. Ну, да, это да. вечный спор консерваторов э, с некими реформистами. Ну, да, это вот, До определенного итопа консерватизма это хорошо, с какого-то момента он да, приводит к банкротству. полностью согласен. <рых> просто в определенный момент им просто ничего не остается делать, как да. Я помолчу. У нас есть телефонный звонок. А есть, что хотел сказать: всегда отслеживайте новости, когда к нам прилетает директор ЦРУ. С, не, с, не, с неплановым визитом, знаете, что-то происходит. <laughs> да, Андрей, добрый день. Алло, добрый день. Хотел уточнить: вот э, тема сегодняшней передачи такой в основном посвящена там, перестановкам Ну, про... мы так я так и сказал, что он честно. Сегодня у нас э, обсуждаем. Вот, тусовку. Просто это мне сразу напомнил старый анекдот про перестановку кровати в Борделе. Вот, как, как ну, понимаете, Перестановка... э, вы мыслите очень приземленно. Мне это скорее напоминает басню Крылового квартет. Ну да, возможно. Надо все-таки более высоких таких Есть, материях мыслить. Работать, я согласен. Да. Ну, просто в этом контексте, вот если культурно говорить, то, в принципе, идиотизм, деградация среди вот этой группы существ, которые себя называют эффективными менеджерами, она уже, по-моему, перешагнула уровень сумасшедшего дома достаточно давно. Мы здесь не одиноки. Да, вот зимняя Олимпиада в субтропиках, вступление в ВТО без наличия хоть одной нормальной отрасли, которая от этого выиграет. Вот, это все только как маркер дополнительный. Вот. И вот еще, скажем, как немножко комментарий, один из ваших гостей достаточно так оптимистично рассуждал насчет вот того, что вот, очень хорошо, что помогли в 2008-2009 вливание денег, без них бы все было плохо. Но если говорить уже юридическим языком, без эмоций, то предприятия это ведь были частными. То есть давайте, если быть последовательными, сначала вернемся к вопросу о том, как они были приватизированы, и начнем с пенсионы компаний. Может быть, если бы не компании были государственными, то несколько по-другому бы стоил бензин, например. Ну, это как теоретически. То есть частные компании почему-то долги становятся государственными. То есть в какой стати? А то, что помогли ну, людям, то. Вы знаете, вы знаете, отрасль. извините, я спрываю, просто а -а -а. я понял, что а -а -а -а. вы говорите. Ну, смотрите, приватизация доходов и социализация расходов, она во всем мире происходит, как показал, в общем-то, кризис. А что касается вот такой деградации, которую вы сказали, ну, смотрите, об этом мы не одни, да, об этом еще писал Петерим Сорокин, у него были работы по отрицательной селекции, и э, во всем мире происходит то же самое. Ну, возьмите хотя бы последнюю работу того же Бжезинского в 2012 году осенью. Он там все написал об американской элите, и, в принципе, предупредил их, что американцы сейчас находятся в положении СССР, деградации элит. Это процесс не только у нас идет, он совершенно естественный процесс. Так было много раз. Это естественный процесс еще в психологии людей. Это естественный процесс. Просто абсолютно. всегда кажется, что раньше было лучше, чем. А, абсолютно с вами согласен. Но ну, если посмотрим за 25 лет, то я не вижу как бы какой-то деградации или какой-то другой ярко выраженной динамики в нашей элите. Кто кто был умнее, чем Да, даже чем, не в этом чем, дело, знаю, просто если, Люкаев, наверное, если, если, да, так, это если так разобраться, то что мы сейчас наблюдаем? Ну сейчас мы наблюдаем такой последний Последний аккорд крушения Советского Союза. Потому что элиты, которые были в СССР, они остались элитами сейчас. И, в общем-то, и они дергают за все ниточки и управляют по большому счету. На мой взгляд, так я могу ошибаться. Нет, я к тому, что всегда у всех у народов есть претензии к своим элитам. Но объективно говоря, непонятно, чем они так хуже, чем в среднем народносели. Ладно, у нас осталось 3 минуты, давайте не будем больше никого ругать. Сконцентрируемся на одном простом вопросе. И вот все эти перестановки в так называемом экономическом блоке, они нам чем грозят? Вот простым людям? Но они не нам грозят, если коротко говорить, нам грозит кризис, а они грозят нам тем, какой путь будет выбран для решения кризисных, скажем так, для преодоления кризисных явлений в экономике, как это у нас будет называться, для борьбы с рецессией, непонятно какими методами и так далее. Вот этим вот они нам Иван, извините, вас перебиваю просто. То есть вы серьезно считаете, что в этот раз они не будут ничего заливать деньгами, как в прошлый раз? Я считаю, что у них нет денег на то, чтобы заливать. как нет. В таких, в таких масштабах, как в прошлый раз, нет. Потому что в, в этот раз и очень быстро выяснится, что значительная часть этих денег разойдется на совершенно другие цели. Нет, и так успешно, вы извиняюсь... Вы имеете в виду Стабфонд и ЗВР? Да. Ага. да. Вот, э, то есть они просто исчезнут в тумане. Нет, э, те средства, которые останутся в случае неуправляемой девальвации Центробанка за расходы в течение, как и было в прошлый раз, нескольких месяцев. И если кризисные явления не остановятся, то тогда через 3-4 месяца после начала кризиса неизбежно надо будет принимать какое-то более серьезное решение. То есть страна просто заливать... столкнется с нехваткой валюты? Я думаю, что страна, в принципе, столкнется с нехваткой денег, скажем так. Причем денег, которые за деньги признаются, uh -huh. грубо говоря. Нет. То есть это будет вопрос, скажем так, легитимности финансового капитала. Uh -huh. Нет. И я не думаю, что получится так успешно справиться, например, в банковской сфере. Несмотря действительно на деятельность, которую последние годы проводил Центробанк, отсутствие криминальных денег в условиях кризиса это не плюс, а минус для банковской системы. Потому что криминальные деньги это одни из немногих денег, которые будут идти в условиях кризиса. Как показал доклад ООН, кто поддержал систему, да, наркоденьги, да. 400 ердов. Поэтому. Вычищая систему. И, ладно, Надо Виталю дать да, слово. Прошу да. Минута осталась, Виталий. Не очень понимаю откуда, откуда такая мрачность. И почему вот не хватит? <laughs> вот, ну это зависит от, от прогноза размера кризиса. Пока пока не видно, почему бы сейчас он был глубокий, а не такая медленная сползающая рецессия. А то, что то, что происходит с перестановками, важно не перестановки, не личности, а то, что все-таки частично в какой-то кривой манере люди начали обсуждать действительно альтернативы в экономике, в том числе и те, которые мы сегодня обсуждали. И и было бы неплохо, чтобы граждане как включились и понимали, в чем именно альтернатива, например, сознательно понимали, вот этот человек будет, например, заливать деньгами вас, а этот даст уволиться 200 тысяч человек, вот этот человек будет строить там, продолжать строить на Дальнем Востоке какой-то мост, а другой, значит, пойдет на кладбище. Спасибо большое. К сожалению, время программы подошло к концу. У нас в гостях были Виталий Лебин, главный редактор журнала Русский Репортер, и Иван Преображенский, редактор отдела политики информационного агентства Росбалт. Удачи.